Уже в течение первых 10 минут в торговом центре «Аврора» образовалась очередь более чем из 30 человек. Узнать свой ВИЧ-статус пришли неравнодушные читинцы разного возраста. Исследование проходит бесплатно и анонимно. Как показывает статистика, на данный момент в нашем регионе выявлено 6429 человек, зараженных этим заболеванием. В основном это трудоспособное население в возрасте от 30 до 49 лет. Идея акции продиктована временем. Сейчас, к сожалению, темпы хоть и замедлились распространение ВИЧ-инфекции. Забайкальский край среди 12 субъектов Федерального Сибирского округа находится на 9-м месте. Но, тем не менее, мы каждый день по 1-2 случая выявляем ВИЧ-инфекции. Поэтому мы призываем жителей нашего края, гостей нашего края прийти в центр СПИД и узнать свой ВИЧ-статус. Если выявляется ВИЧ-статус положительный, то на сегодняшний день современная медицина позволяет человеку вовремя предпринять меры по сохранению своего здоровья, тем самым сохранить трудоспособность и жить качественно и долго. Более 95% ВИЧ-инфицированных – это трудоспособное население. Если раньше большая часть больных являлась потребителями наркотиков, то сейчас в основном это социально адаптированные люди. Практически все они или работают, или учатся, то есть имеют устойчивый социальный статус. Для меня это важно, мне это нужно. Я бы хотела всегда знать, больна я, не больна. А я узнала это из рекламы, показывали по телевизору. Мне стало очень интересно, я решила прийти. Я позвала много девочек из своей группы, которые даже учусь. Они согласились даже с легкостью. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, продолжилась в центре СПИД. Студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса после прохождения школы волонтеров «Равный обучает равного» прошли добровольное конфиденциальное экспресс-тестирование, после которого получили памятные подарки, в том числе значки, в виде красной ленточки, официального символа борьбы со СПИДом. Расскажи, почему ты принял решение прийти сегодня сдать кровь на ВИЧ? Ну, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Вот зачем важно знать свой ВИЧ-статус? Ну, чтобы вовремя начать лечение. А это почему необходимо? Ну, потому что человек без лечения, получается, может прожить примерно 10 лет, а с лечением он может уже прожить достаточно долгое время, так же, как и обычные люди. Тест на ВИЧ – это возможность положить конец своим страхам и неопределенности. Если у вас в жизни были ситуации, связанные с риском передачи ВИЧ, случайные половые контакты, употребление наркотиков, сдача такого теста позволит точно узнать, попал вирус в ваш организм или нет. Пройти обследование и узнать свой ВИЧ-статус можно в краевом центре СПИД или в поликлинике по месту жительства. Татьяна Салихова, Екатерина Петина, Тамара Ванфули, Анатолий Тюльнев, Александр Забелин. Время новостей.